Садоводничеством и огородничеством я занимаюсь 30 лет. В этом году я впервые познакомилась с томатами от НПО «Сады России». Получив семена от «Садов России», я впервые рискнула посадить томаты в открытом грунте. Всегда я пользовалась только теплицами, либо высаживала в открытый грунт, но томаты были с полностью закрытой корневой системой. В емкости по 20-25 литров. Емкости прогревались, это позволяло томатам вызревать. То есть я рискнула впервые с семенами, которые получила по почте в срок. Никаких нюансов не было неприятных. Все было замечательно упаковано. Плюс еще 2 пакетика семян в подарок. Было очень приятно. Открытый грунт сложного сезона 2015 года при непрекращающихся дождях, при том, что ночные температуры были 5, 4, 3, 2 и даже 1 градус, мы имеем вот такую урожайность. Немножечко о истории этих помидор. Я рискованный человек, и высадила я их 3 мая. Была чудесная погода. Наверное, 2 дня стояло теплых, а 9 и 10 мая необыкновенный сюрприз. Ледяной дождь, снег. И в итоге понижение, причем снег, наверное, выпал до полуметра, я даже не помню точно сколько, у меня было засыпано все вот так, вот под этим легким укрывным материальчиком. Мне было страшно их открывать 11 мая. Когда я открыла, зрелище было, скажем так, жалкое. Ну, что делать? Кто не рискует, тот не имеет вот столько помидор. Я срезала все больные места. Значит, подчеркиваю, для садоводов, если ваши томаты попали под холод, никакого тепла. Обливаем очень холодной водой. Очень холодной ледяной водой, просто проливаем из лейки. Лед, который образуется в листиках, медленно тает, не разрывая клеток. То есть все, что живое осталось, я сохранила. Я вырезала только больные места. Через пару недель мои томаты ничем не отличались от тех, какие они были до заморозка. Опыт первого года выращивания томатов от «Садов России» оказался настолько удачным, причем томатов именно в открытом грунте, что я теперь задумываюсь, а нужны ли нам теплицы? Все гораздо проще. Все гораздо доступнее. Самое главное, в наших-то условиях эти томаты растут без полива. Им не нужна теплая вода. Полил холодный дождик, накрыл укрывным материалом, а они растут. Причем томаты категорически не рекомендуют поливать холодной водой. Томаты от этого болеют, перестают плодоносить. Ну что же, посмотрите, дожди ледяные, плодоношение прекрасное, урожай обильный.